Український поет Максим Коробниченко та письменниця Катя Бльостка опублікували в соцмережах віршований батл, де весело переповідають тези радника ОПУ Арестовича. Це вам за те, що не молитесь. Поетичний батл про Арестовича. Знають усі дорослі й діти, наш Арестович любить трендіти. Треба признати, трендіти він вміє. Він заміняє і Гугла, і Дію. Він замінив Барбовал і Віагру. Карму почистить, полагодить чакру. Погляд кришталь, вольове підборіддя. Посмішкою Льоша лікує безпліддя. Нахмурить брову, заганяє під плінтус. А слово сказав, як зробив Куділінгус. На вухах суспільства локшина альденте. Як ви це робите, пане агенте? Він будь-яку зброю ласкає, як кицю. Старуха з косою Олексія боїться. Від співу його наливається жито. Так гарно і вміло він вміє трендіти. Альоша подумав, країна воскресла. До того ж наш Льоша красивий, як Тесла. Сліпі кобзарі вже складають легенди, як йшов по воді наш юнак в президенти. Відповідає Катя. Він знає, як вигнати біса з дитини, чортів поборола ця світла людина, масаж ловким поглядом вміє робити. О, як, екзорцисте, тебе не любити! О, як, президенте, тебе не бажати! Влюбилась і я, і сусідка, і мати, і батько, і дідько, і кум, брат і сват, бо гарно трендіти – найбільший талант. Відповідь пише Максим. А десь у кущах причаїлися Чак Норріс із Брюсом Віллісом. Наш подвиг тоді був напрасний. Який ще він, сука, класний. Я від нього реально прусь. А я же гетеро, Брюс. Я тебе розумію, Чак Арестович крутий чувак. За нього козятіни шостка і даже сама Катя Бльостка. Наступна репліка від Каті. Нехай горить любі багаття, за нього сама Бльостка Катя. І ви, Максим, також за нього. У Льошу віримо, як в Бога. Прийде й наробить тут порядки, родитимуть узимку грядки. Я бачила на власні очі, як його фото мироточить. На завершення, Максим. Вообще-то всі на світі Льоші красиві, чесні і хороші. Льоша Лизін, Льоша Панін, Алексій міцний, як камінь. Резюмуємо, ну що ж, в президенти тільки Льош. Военный царь не исключен, более того, он весьма вероятен. Я к тому говорю, что тревожные чемоданчики-то, помните, главный стержневой принцип нашей беседы или предмет? Да. Тревожные чемоданчики можно разбирать спокойно, даже если начнется военная операция на Востоке. То есть бомбить потому Киев что граждан не касается. Сегодня ночью в час? Ну, как бы... По информации достоверных, неназванных источников? Если начнут бомбить, я сразу побегу в войско, в армию. И я обещаю нашим зрителям записать и выложить сюжет, где я скажу, что я глубоко ошибался, я позорник, и меня больше не надо слушать. Вот. Поэтому как бы, на ходу запрыгивая на БТР, я скажу, что я был неправ. A few moments later. Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается. Проебали. Не бритий не збреше. Вірш Олександра Чернявського. Щоб нам у війні перемогти, не треба жодних дій. Збудуй дороги і мости, і все ворогу відкрий. Війська подалі відведи, чи розжени зовсім. І що не хочеш ти стрільби, розповідай но всім. Робити зброю припини, навіщо то тобі? Ніхто ж у темряві вночі не дасть по голові. Усе відмінно захистиш, якщо не стережеш, не притнуть твою межу, якщо немає меж. Не бійся зовсім нічого і всіх страху позбав, якщо тебе аж Гондурас прикрити обіцяв. І африканець, і араб, і навіть вуйко з гір за тебе підуть на війну. Всім розкажи й повір. Якщо всі кажуть, що зима вже скоро, брехуни, не здумай, дрова не готуй, бо змерзнеш за 3 дні. Ти взимку вікна відчини, щоб зігріти дім. Не буде в домі холодів, як зе є в домі тім. Не треба полей город, щоб їсти, що було. Зелених владу оберіть, і буде вам бабло. Який станок, які борги,
ти владу не хитай, дивись по телеку сватів і нічого не питай. Найкращий лікар – то актор. Відомо всім давно, вся істина у телеку, а всі знання – лайно. Навіщо мова вами свій край, навіщо щось своє? У кожній стайні у тварин завжди поїсти є. Зараз смотрим конкретний случай маніпуляції з українцями, да, сознанням українців в цілому. Ну, допустим, політичні маніпуляції. Как нами манипулируют политики? Значит, вот кнопки, которые надо нажать. Вы должны вызвать тревогу сообщение. Тревогу. Значит, потом чувство вины надо вызвать обязательно. Вот пока пацаны там в окопах, вы тут сволочи в Киеве живете. Вы позволяете себе по ночным клубам. Или там, вы не платите на армию. Еще раз. Потом нам нужно нажать на потребности в безопасности. И потом нужно сделать принадлежность к значимой группе. Да. Вот человеку пощекать, поощрить. В первой половине этих кнопок мы его тревожим, во второй мы его поощряем. И ведем в определенное место. То есть сначала его пугаем жутко, потом показываем выход, ожидания формируем на выход. Да, и говорим, что надо присоединиться вот здесь, сделать вот это, и будет все хорошо. Формируется ожидание, принадлежит значимой группе. Мы шануемся, братья, мы того варты, мы украинцы, мы не допустим, мы отбили страшное нападение России, значит, нам ничего уже не страшно. Украину уважают в мире, украинцы лучшие солдаты, они бьются до конца, нас не обмануть, народ повстав, народ на меня. Это какие-то громкие фразы, да? Принадлежность к значимой группе, чтобы вы почувствовали себя членом, что есть значимая группа, которая решает проблему, и вы к ней будете принадлежать. Вот те, кто на Майдане, молодцы. Потом чувство гордости, это туда же, самовосхваление. Солдат лучше українців нет просто на світі, ми саме лучше всіх побіждаємо. Да. І сьогодні наші захисники зробили дуже багато. Захистили майже всю територію України. І потім що? Пообіцяти награду. Якщо ти зробиш це, то буде хто. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Добрий вечір. В ефірі канал 30+. І ми вже в ефірі 6 секунд, и нас смотрит 8 миллионов зрителей, а это 16 миллионов глаз, а это все равно больше, чем 8 миллионов. Так, у нас сегодня в гостях Алексей Арестович. Леш, что говорят свингеры во время обмена? Леш, что? Взаимно, взаимно говорят, взаимно, Марк. А, понятно, понятно. Леш, продолжаем отвечать на вопросы наших подписчиков. Вот смотри, такой вопрос. Как вот изменил человек уже жене, вот, например, надо ли ей в этом признаваться? Может, была у тебя какая-то такая ситуация? Пожалуйста, Лёш. Марк, там на самом деле очень шаткая ситуация, как бы это так правильно сказать. Непростая, непростая. Я бы не хотел это комментировать, потому что это может повредить переговорному процессу. Если бы я был советником офиса президента, я бы еще как-то это комментировал. Говорил бы, разговаривал бы, знаешь, разглагольствовал бы с тобой здесь. Вот. А так я, Алексей Арестович, не хочу даже об этом. Не, ну когда что-то будет известно. Да-да-да, как только станет что-то известно, если супруга об этом узнает, то, наверное, скорее всего, мы прекратим с тобой эти стримы. Мы обязаны были это спросить. Леш, слушай, сейчас, секунду. Костя, дай карту. Вот, пожалуйста. Леш, смотри, у нас тут появилась карта. Как ты сможешь это прокомментировать? Так, да, господи, что тут комментировать? Очень хорошая карта, на самом деле. Если бы мне эта карта вчера на ривере выпала, я бы подалеку просто не проиграл бы все деньги в покер. А так даже ничего не хочу говорить. Давай, идем дальше. Угу. Костя, спасибо, забери карту. Угу. Так вот, нас уже... Что? Вот, нас уже смотрит 6 миллионов 300 жителей Альфа Центавры. 50% нас смотрят без подписки, а это невыгодно ни мне, ни Алексею Арестовичу. Да, конечно, ребят, подписывайтесь на наш канал, на канал Фейгина, на Арестовича. Вы же понимаете, что мы это все делаем не за донаты какие-то, а не за деньги. Да? Никак. А, нет, за деньги, да. За деньги, конечно. Марк, может, ты уже мне какой-то вопрос задашь? Точно. Ну, вопросы не главное, в принципе, главное подписывайтесь, но, ну, в принципе, пусть будет. Вот смотри, Леш, такой вопрос. Да, очень хороший вопрос, на самом деле, тут нужно разъяснить. Марк, ты же понимаешь, что есть два уровня. Есть тактический и оперативный. Так вот, если эти уровни, как это правильно сказать, если их соединить, то получится ровно на один уровень больше, понимаешь? Получается два больше, чем один. Да, абсолютно правильно. Получается два больше, чем один. Но, Марк, нужно понять, просто ты понимаешь, я понимаю, нужно разъяснить людям, которые не разбираются в военном деле, что две, максимум три недели,
это 14-21 день. Так далее, так далее, 5-10. Подожди, Марк, а где был вопрос? Ну, в принципе, это уже не важно, ты на все ответил, все, что нам надо было. Ну что ж, нас уже смотрит капитан Немо в подзорную трубу. Этот Найтмен через красный глаз. Друзья, подписывайтесь, урологи, ставьте лайки, не забываем. Ну что ж, Лёш, завтра на этом же месте. Не, Марк, знаешь, на этом месте уже не смогу, я буду в другом месте записываться, просто у меня отличие от тебя есть работа. Не, в 10? Да, в 10. Ребят, я же говорил, занято. В 10, да. Так, в 10, Лёш? Так, Марк, всё, некогда, нет у меня времени, мне ещё 483 эфира, да, пожалуйста. Подготовьте мне, пожалуйста, вышиванку и пару чистых чёрных футболок, да. Всё, Марк, я ушёл.